Ну что, прошло пару минут буквально. Уже местность преображается. Скажите, утка недовольно покрякала. Хотел вам показать, как она крякает, интересно. Она решила, что не будет сниматься на видео у такого блогера, которому никто лайки не ставит. Ух! Ну, 4 минуты, наверное, побахал, может, чуть больше. Может, меньше. Уже проходик такой красивый, готов. Пойдем дальше. Люблю я косить около озера. Всегда есть куда бултыхнуться потом, а не ехать мокрым. Соловей вовсю. У нас, кстати, сегодня почему-то не пел около дома. О! И что-то этого чаротовку не слыхать. Не хочет конкурировать, наверное, с соловушкой. Коси, коса, пока роса. Кстати, роса еще пока есть. Вон, выбрались на середину озера. Парочка плавает там. Ну вот, каких-то полчаса работы. Не спеша, плюс поплавать. Уже как бы вид немножко другой. Уже можно спокойно увидеть, где, куда цель. Вижу цель, не вижу препятствий. Почему-то некоторые думают, что если бросит бутылку стеклянную в траву подальше, это очень хорошо. Я их там несколько наковырял. Надо мешок привезти и выбросить все это барахло. Фу. А так вот трактор где-то раздавит бутылку и все потом. Стекло — это самое худшее, что есть. Острое тем более. Ну вот так. Слегка привели чувство собственный бережок. Мы сюда тоже часто, но я езжу часто сюда. Вдвоем мы ездим, конечно, на тот пляж, на цивилизованный. Ну вот как-то так. Короче, как-то так. Что у нас тут? 10-15. И покупались, и покосили, и покусали нас всякие мошки злые. Не стыдно теперь будет в глаза детям смотреть, которые сюда придут. Эх, мусор не буду убирать, пускай полежит. Может, кто уберет сам. Совесть гражданская заговорит. В следующий раз приеду с газонокосилкой. Как-то я не додумался ее сразу сюда засунуть. А, на табурке стоит. Я как-то пару лет назад дверь закрывал. Пару лет назад косил тут газонокосилкой своей. Очень даже было хорошо. Было необычно, но хорошо. Но вчера увидел, что трава очень высокая. Думаю, приеду сначала чихну литовкой. Триммера я не люблю, как все знают уже. Ревущее, вонючее чудо на спине. Это на большого любителя. Может, молодым нравится, типа на мотоцикле еду я такой, ты крутой, день-день. Все видят, что я работаю, мне не нравится.
Мне максимум это газонокосилочка такая небольшенькая, как у меня. Не самоходная, кстати. Самоходные они не такие надежные. С ними больше мороки. Ну вот так вот съездили мы в понедельник с утра, подкосили пляжик себе. Таня говорит, не был бы ты, не вел бы ты свой блог, ты бы, может, и не поехал. Может, и не поехал бы. Гарантий нету. Человек вообще существо такое, его просто так стронуть с места. Нужна мотивация какая-то. Без мотивации пиво только будет пить. Или водку. Что ему еще? А с мотивацией можно большие дела делать. Вон, жасмин зацветает, такие кусты красивые. Вот кто видел это место зимой, я проезжал, осенью и вот сейчас. Это три разных места получается. Абсолютно причем. Сейчас, конечно, это вообще рай такой. Рай. Любовался, жил бы и жил. Но это, к сожалению, не весь год такая радость у нас случается. Вот такие дела. Ну вот, вышли мы на эту финишную нашу прямую. 900 метров до дома. Дальше вы все знаете.